Моя семья владеет небольшим бизнесом, но за каждого своего работника мы несем персональную ответственность. Ведь нам важно, как он работает, как живет его семья. За свою многолетнюю деятельность мы уже доказали, что мы можем работать не хуже, чем зарубежные компании. Ведь мы работаем на своем, на местном сырье. Мы за то, чтобы наша республика процветала и была стабильной. Потому что Чувашия – это наш дом, это наша родина. Мы за развитие нашей родной республики.